Идем мы к речечке, идем мы рыбку половить. Ай, красота. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Сейчас половим рыбку. Ну что, клюет? А сейчас клюет? А когда клюет? Да. Клево всем, друзья. Сегодня на Кубани. С маховой удочкой. Нашел интересное место, глубина 4 метра, обратка, поплывок практически не тянет. Замешал вот такую прикормочку, здесь сладкая кукуруза и специи. Так как в этом месте практически не тянет, ловлю без грунта. Делаю чистую прикормку, вот такие вот шарики. Шарики нужно сжимать максимально плотно. Все-таки какое-никакое течение есть. Плюс глубина 4 метра. И нужно, чтобы шары дошли до дна. В этом месте на данный момент, говорят, неплохо ловится чихонь и густера. Посмотрим, что у меня получится. Все-таки мах на реке, проводку. Очень-очень интересно. Это для меня будет первый опыт на реке. Надеюсь, будет удачный. Вот такие шарики. Сейчас большую часть прикормки закину сразу. Оставлю немножко прикормки для подброса. Для дополнительного закорма чуть-чуть попозже. И если подойдет чихонь, возможно, я прикормку тогда сделаю более жидкую, чтобы собирать чихонь массово на точке. Пока лепим шарики. Прикормка готова, шары готовы. Начинаем закорм. Забрасываем, чтобы определиться, куда кидать. И первый пошел. Ну что, друзья, точку закормили. Начинаем потихоньку ловить. Надеюсь. Начнем с опарыша. Пока с одного красненького. Вдруг будет клевать. Оп-о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 п. Что там? Ну нифига себе! Рыба! Есть! Чихонь, друзья! Я ее поймал! Удочка, не убегай. Вот такая вот длинная красавица. Первая моя рыба на поплывок в реке Кубань. Саня,
Так, погнали дальше. Рыба есть, она клюет. Пока один раз клюнула. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. А кто там, кто там? О, густерка, друзья, густерка, хорошенькая. Жирненькая, толстенькая. Ничего себе, она еще, походу, даже не отнелестилась. Друзья, вот такая красавица, смотрите. Таня, здесь рыба есть. Так, пока парыш работает. Ну что, рыба почти сразу начала на точку подходить. Класс. Иди сюда, нифига себе. Ай, как она бьется, рыбка. Опять густерка. Да, отлично. Ну, убежала. Тут очень легко нырнуть, поэтому рисковать мы не будем гоняться за рыбой. Я уже несколько раз чуть не сверзился. Так, надежно, хорошо. Ловлю прямо на границе небольшой струи слева направо и обратки. Вот чуть-чуть дальше забросил, попал в струю, начал нести. Вот поплывок вошел в обратку и потихонечку начал тянуть. То тянул вправо, теперь влево в обратку. Иди сюда. Ох, как потопило. Вот это она бьется. А? Кто ж там такой? Тихонько. Серебро, слиток серебра красивый. Смотрите, какая красавица. А? Так, надо доставать доставалку. Друзья, давно вы меня просили мах на Кубани, на течении. Прям не на струе, но как раз то место, где обычно рыба и стоит. На струе в Кубани тяжело будет ловить на мах, хотя возможно, потому что течение в Кубани реально очень сильное. Ну, половим и там. На заднем плане по секрету Александр Шугаев делает вид, что ловит рыбу на что-то. Только тихо, никому не говорите этого. И ему особенно. Да иди сюда, иди сюда. Кто там такой бойкий? Тихонюшка. Такая хорошая. Засолочная красавица. Иди сюда, иди, 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 иди. Ой, красавица серебряная. Ковтнула-то. Заглот. Что такая? Опа. Что ты взял? Густерка? А, класс. Саня на ультралайт густерку поймал. Проводку на микроджиг. Саня, красава. На колебалку. На колебалочку взял. Молодчина, круто. Нифига себе, он кидает дальше, чем я на этот. С разбегу. На обычный спиннинг. Сколько у тебя сейчас грамм? 0,8. Ничего себе, 0,8 грамм. А, ну там у тебя еще этот силикон же грамм 30, наверное. А форель тут слабо поймать? Сейчас поймаем. А заказ что надо? Заказ. У меня маркер есть, можно на это, тачихоне полоски, крапинки нарисовать. Иди сюда, иди, иди, рыбка, иди, иди ко мне, красавица, тихонько. Густерочка.
Какая густерка офигительная, а? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, на чехонь густерочка. На придержечки взяла, как положено. Сейчас на трешку жириха всадишь, я поснимаю, поприкалываюсь. Там... Вес, всего метра сорок. А ты к фидеру привязывай, если что. Я могу сейчас забросить так, что она у меня вся вылетит. Слышь, к фидеру перевязываешь и все. Что, ты не знал, что ли? Ты не понял. Когда клюнет жирешок килограмма на три, начинает когда выматывать, я тут вместе с этой палкой сложить пополам. Ты к фидеру быстро перецепляешь. Оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, красавица серебряная. Какая она красивая на солнышке. Слушай, размер офигительный, как раз засолочный. Угу. Вот сейчас на подъем взял. Кто там у меня? Сом, чехонь. Тихонечко, какая она классная, здоровая, Сань. 14, твой любимый длинный цевьем такая. Для нее, Сань, 8 или 10. Смотри, Саш, размер. Хорошая. 8 или 10, Сань. Нифига, за год. Вот такая девочка, красавица, тихонечко. А, какие плавнички. Ай, не убегать. Где прикормка, там и крутится. Дать тебе? Ого, ого, ого. Это я понял. Ох, нифига себе. Смотри, смотри. Ой, какая красавица. Ой, какая чехонька. Друзья, вот такая красавица клюет. Кайф. На удочку обалденно. Попробуйте. И вам понравится, друзья. Ловлю удочка, 6-метровка. Основная леска 0,16. На поплывке написано 4 грамма. И вот такая разнесенка по грузам. Монтаж у меня. Основная и груза. Потом примерно через 40 сантиметров идут два подпаска. Один. Еще сантиметров через 10 второй. Два одинакового по размеру подпаска. И крючок, поводок 0,14 длиной 30 сантиметров. Огрузил так, что примерно нижний подпасок идет сантиметров 10 на дном. Работает опарыш, червь довольно неплохо. Его кушает как густерка, так и чехонь. Очень интересное место. Буквально 20-30 сантиметров и поводок, поплывок работает по-разному. То влево тянет, то вперед, то назад. То есть обратка, крутит. Иди сюда, иди, что там такое. Не сильно крупненькая, чехонька, красавица. Пересел чуть-чуть в сторону, в тенек. Сгорели руки. Пришлось переодеться. Иначе тяжковато на солнышке. Еще и со сгоревшими руками. Надел свитер, пересел в тенек, сместился на 2 метра.
закормил заново точку, получил пока две поклевки. Посмотрим. Саня на фидер разловил густерку и довольно неплохо таскает густерку на фидер. Погода сказочная. Просто класс. Ну, что-то рыбка подзаглохла у меня. Может, сом зашел. Есть такое свойство у хищника заходить на точку. Попадали много раз, так когда особенно судак заходит и потом нет-нет влетает на фидер. Сом заходит и рыбу с точки разгоняет. Отлично, сидим, кайфуем, потихонечку ловится. Клев, конечно, упал значительно по сравнению с тем, что было. Но нет-нет, рыбка попадается. Притом у Сани на фидер лучше стало, чем у меня на удочку. А до этого было наоборот. На удочку было лучше, чем на фидер. Ох, Саня тащит рыба. Давай. Есть, нифига себе. Это уклейка, да? Да. Офигеть, вот это монстр. Саня, круто. Вот это уклея, я понимаю. Могут же люди. Учитесь, граждане, товарищи. А вы говорите, уклейка не ловится, рыбы нету, не клюет. Ой, какая густерка офигительная. Друзья, смотрите, какая красавица. Вот такая. Толстенькая. Туда густерочка красивая, какая толстая. Оп, на предел, чуть как потопила, она красиво. Ай-яй-яй, вот она красивая. Есть. Такая. Серебро. Ну что, друзья, вот состоялась моя первая рыбалка на маховую удочку в реке Кубань. Да, место, где не сильная струя, обратка. Ну, это как раз те места, где нужно ловить на удочку. Чтобы не на струе, а именно в таких местах. Рыбалка более чем удачная. Удовольствия получил много. Из рыбы густера и чехонь. Поймал несколько уклеек маленьких, а так основное хорошая густера и нормальная чехонь.
Друзья, до новых встреч. Желаю вам чаще быть на рыбалке.